Кто за то, чтобы дать депутату Сахарову 5 минут для выступления, прошу поднять мандаты. По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой? То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу, как правило, дрочит расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются свадебные генералы, более 50%. Такой Верховный Совет будет, как можно опасаться, просто ширмой для реальной власти председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвам явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которых лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. Необходимы срочные меры. Прошу завершать. Прошу заканчивать. Хорошо. Все. Заберите свою речь, пожалуйста. Заберите. Заберите. Без блокировок и цензуры. Подпишись на телеграм-канал Настоящего Времени и будь в курсе последних новостей и важных событий.